Thank you.
спросить, что там вообще ничего опять не кидывают. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, и смертью смерть присущего гробе, его дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть покров, присущего гробе, его дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть преснопамятных вождей и воинов за веру Отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и сгладок кончавшихся, пленений горьких работах невинно умученных и убиенных, и все победы ради потрудившихся, то еже проститесь им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якуда Господь Бог учинит души, где же праведные упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якуты еси воскресенье, жизнь и покой усопших рабов Твоих, преснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глады скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех побед ради потрудившихся, Христе Боже наш, и Тебе слава. Великомученика и победоносца Георгия, и всех святых земли российской просиявших, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человека любит. Аминь. О блаженном усении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабам Твоим, преснопамятным вождем и воинам, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положившим, от ран и глада скончавшимся, в пленении горьких работах невинно умученных и убиенных,
и всем победы ради потрудившимся, и сотворим вечную память. Царство небесное, вечный покой всем, кто главы свои за веру Отечество Российское, убиенных и пострадавших. Бог да ублажит и упокоит их, а нас помилует и спасет, яко благо человека любит. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Поднос, дайте сюда. Thank you.